Друзья, привет! Хочу рассказать об изменениях, да, то есть как это мой личный опыт, как влияет мухомор, микродозинги и не только микродозинги, да. То есть где-то с 3 сентября я как бы даже чуть пораньше начал микродозить мухомор. 3 сентября у меня был первый трип. Как все изменилось и как он влияет на организм, вообще на человека. Что могу сказать? Самое для меня как бы существенное, и ну не то же самое, я неправильно сказал. Что могу сказать? Я 2 месяца назад мог запоминать 2 цифры. То есть, когда вводишь в телефоне код для каких-то банковских операций, для подтверждений и так далее, я мог запомнить 2 цифры. Иногда даже было так, что не мог запомнить даже 2 цифры. И сейчас прошло 2,5 месяца, а я ж после инсульта, 2,5 года уже прошло. И врачи говорят, что инсульт с каждым полугодием и с каждым годом его все сложнее и сложнее восстановить. У меня чувствительность пальцев снижалась. И мелкая моторика. И память. То есть память у меня как бы я не тренировал. И она не восстанавливается, если это не тренировать. Ну, сама может восстанавливаться. Но за 2,5 месяца, за последние, память моя улучшилась до такого, что я сейчас могу запоминать 6 цифр. Больше не пробовал. Просто мне уже попадаются коды 6-значные, и я их уже запоминаю. То есть я могу утверждать 100%, что память на мухоморе улучшается. Я ежовик не пробовал. Вот брат у меня, например, пробовал. Он немножко его пил. А он в основном тоже пьет красный мухомор. У него тоже проблемы с памятью были. И у него, оказывается, тоже память улучшилась. Про ежовик я могу сказать, что это он регистрирует, что улучшилась память. И его жена, она там что-то в бухгалтерии или что-то такое, она начала принимать ежовик, она говорит, просто как машинка счетная, как робот. То есть ежовик гребенчатый, он повышает умственные способности, особенно такие вычислительные. То есть реально восстанавливает клетки мозга. То же самое могу сказать про красный мухомор. Он тоже восстанавливает клетки мозга, потому что у меня увеличилась вот эта способность запоминать цифры. Потом, я всю жизнь за рулем и всю жизнь с детства тошнотик, да? То есть, если я сижу рядом с кем-то и не смотрю на дорогу, смотрю с телефона или еще куда-то, книжку, меня все начинает тошнить. В автобусе это вообще трындец. И все, ну, как говорят, что если натренируешься, ты можешь в автобусе и книгу читать, и все такое. Я без тренировки просто начал отвечать на сообщения, и сейчас я в телефоне могу сидеть всю дорогу, вот как я еду час, да, до города. Мне пофигу. То есть я чувствую, что мне комфортно сидеть в телефоне без тренировки. То есть я сразу сел, из состояния тошнотика превратился в состояние «мне пофигу». То есть вестибулярный аппарат работает лучше, чем раньше. Далее. Когда в сентябре я проходил комиссию, ну, по инвалидности, да, я хотел, как говорится, продлить, чтобы... Ну, у меня чувствительность все равно понижена, действительно. И лишние, что ли, там 12 тысяч рублей.
И когда комиссию проходил, оказалось, что сильнейшие лекарства от давления и мочегонные. Давление, то есть меня давление замерили в комиссии, и оказывается, у меня давление высокое, и они меня испугались отпустить, комиссия, и они меня держали, пока давление у меня не снизилось. То есть я выпил целую таблетку каптоприла сильного, это во рту под язык ложишь, оно рассасывается, и оно сразу впитывается в кровь через слизистую. Давление не снизилось, а оно должно было снизиться. Я в аптеку сходил по совету комиссии, и я попозже, когда уехал оттуда, я принял мочегонное, и мне сразу врачиха в аптеке, она сказала: ты же обоссышься, говорит. Ты, говорит, через полчаса, говорит, уже не добежишь. И прошло полчаса, прошел час, прошел полтора часа, два часа, через два часа я только просто поссал обычно. Но единственное, я ощутил, что внутри как будто эта таблетка встала где-то, уперлась. Я быстренько запил ее большим количеством воды, как будто бы протолкнул, да, по кишечнику. Массаж кишечника сделал. Это массаж живота делается. Она как будто пропихнулась. То есть на меня перестали действовать таблетки, даже сильно действующие. Улучшилась память, улучшилась вестибулярный аппарат, отваливаются зависимости, то есть зависимость с жрачкой тоже отваливается, то есть я начал мощно худеть, отваливаются зависимости просмотров каких-то новостей, еще чего-то, то есть все, что вызывала зависимость, оно отваливается. Выгреб кучу мусора из головы. Выгреб кучу мусора из дома. Все, что лишнее, все, что ты чем не пользуешься, все нахер выгребаешь. Еще плюс. Начинаешь заботиться о теле. Меняешь питание. У меня питание сменилось. Занятие, ну, типа спортом, то есть ты начинаешь обращать внимание на тело. У меня сформировалась внутренняя тишина, но это после трипов случилось. То есть внутренняя тишина. Признаки, не признаки, а 100% плюсы в употреблении мухомора даже как микродозинг. Но я не совсем микродозинг, то есть у меня и трипы, как говорится, в перемешку с микродозингом. Но когда ты микродозишь, ты реально ощущаешь, что ты становишься другой. А что происходит? Ты как бы... Почему у тебя меняется состояние? Все наши болезни, все наши неприятности с организмом и все такое, все, что мы болеем, это все наши болезни-учителя. Все проблемы, которые есть у тебя с организмом, что делает микродозинг, мухомор и все остальное? Он устраняет психологические твои подсознательные какие-то дисбалансы. Он их убирает. И в этот момент организм сам исцеляется. То есть, понимаешь? Тебя исцеляет, по сути, не мухомор. Мухомор устраняет твои психологические проблемы, твои программы, твоих сущностей, которые тебе мешали в той или иной сфере, неважно где.
Наверняка еще что-то изменилось. Просто я как бы сейчас сходу не могу сказать. Вот. Сейчас иду в лесу. Это уже вечер. Я решил прогуляться. Вот. Очевидные плюсы употребления мухомора. Это 100%. А, да, кстати. Чувствительность руки стала очень сильная, особенно после трипа, после каждого трипа. В каждом трипе моя рука становилась чувствительной на 100%. Но это после каждого трипа. И сейчас она все с каждым разом чувствительной, чувствительной, еще чувствительной. Чувствительность руки – это мозг. Потому что это я, кстати, у врачей узнавал. То есть, почему у тебя нет чувствительности, допустим, да? Потому что была разрушена те области мозга, да, были деформированы, можно сказать, или разрушены. Там, где то, что должно было осуществлять вот эту чувствительность, да. И заменить ее можно было только другим участком мозга. То есть, другой участок мозга просто берет на себя другую функцию. Ну, вернее, эту функцию, которая отвечала за чувствительность. И мухомор делает то же самое, что о, дерево упало, чуть не обосрался, да? Что делает, как бы, то есть он делает как ежовник гребенчатый, он замещает нервные клетки, то есть он восстанавливает клетки мозга. Об этом, кстати, говорит и наш любимый Вишневский, Михаил Вишневский. То есть он действует как ежовик гребенчатый. Чуть-чуть, говорит, послабже, насколько я понимаю. Но тоже восстанавливает клетки мозга. Еще просто он, помимо восстановления клеток мозга, он еще и... Плюс выход в те другие, как говорится, миры и связь с другими сущностями и так далее. То есть тонкие планы начинают работать. То есть ты начинаешь выходить и связываться с тем другим миром, который мы ни хера не видим. Вот так вот. Вот что делает наш мухомор волшебный. Вот такие вот плюсы. Жрите его, микродозинг. Микродозинг рекомендую. Трипуйте очень аккуратно. Обязательно ситерами, обязательно с помощниками, обязательно с проводниками. Ищите грамотных ситеров, проводников. Все. Всем пока. Помогайте в развитии канала. Кто может, помогайте своими лайками, сердечками и комментариями. Все, всем пока.